Далі з нами на зв'язку Ганна Різаддінова, відома українська художня гімнастка, чемпіонка світу і бронзова призерка Олімпіади. Ганно, вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, дуже часто було, ну, ще до 24 лютого поширено і в культурних, і в спортивних колах казати, що ми, мовляв, поза політикою, культура поза політикою, а спорт тим більше поза політикою. Зараз, здається, уже ні в кого з українських спортсменів не повернеться язик отак сформулювати. В мене правильне враження? Однозначно. Ми всі бачимо, що спорт давно вже стоїть також в політиці. И особенно в художественной гимнастике мы это видим практически на каждых соревнованиях. Поэтому я, как член комиссии атлетов НОК Украины, подписала от своего имени петицию с призывом о том, чтобы российских и белорусских спортсменов отстранить от соревнований. Потому что Олимпийская хартия гласит «Мир во всем мире». Как мы видим, на данный момент абсолютно нет никакого мира. И мало того, спортсмены из России и Белоруссии абсолютно не поддерживают Украину, а даже, я бы сказала так, что поддерживают военные действия, да, в нашей стране. Ни один из спортсменов не выразил слова поддержки. Ни один. И ни из России, ни из Белоруссии. Наоборот, причем первое время все молчали, что для меня было, честно, шоком. Но более меня шокировало то, что когда все-таки мы добились своего и действительно российских, белорусских спортсменов отстранили от всех ближайших соревнований, также мы видим, что две этих сборных отстранили от паралимпийских игр, которые вот сейчас у нас уже начались, где наши спортсмены очень удачно выступают. Тогда спортсмены потратили время на то, чтобы написать пост с возмущением, несправедливостью в адрес их сборных, насколько вот несправедливое к ним отношение, что вот их отстранили. И вы знаете, меня честно поражает, то есть такое мнение спортсменов, потому что я общалась с этими девочками, я выступала вместе с ними, и то есть как можно оставаться в стороне при всей этой ситуации, мне непонятно. Но вот мы видим такую реальность. То есть спортсмены из России, они поддерживают, более того, поддерживают военные действия в Украине. Мы это видели буквально на этапе Кубка мира, который проходил в спортивной гимнастике, где российский спортсмен появился с символикой, которая поддерживает военные действия в Украине. Ну, але його, здається, там щось дискваліфікували за цю символіку, якось покарали. Да. Було наказання, його не дискваліфікували, його наказали, но тем не менее, то есть о чём думал этот спортсмен, когда он выходил на помост, когда он выходил на пьедестал с символикой, да, соответствующей. То есть это говорит о том, что мы видим, дети, спортсмены, они поддерживают действия своего президента. І, відповідно, спорт не вне політики. Ганно, ще одне коротке запитання. Чим ви підтримуєте зараз свою нормальність у ці складні дні? Тому що психологи кажуть, що треба якраз нормальність підтримувати постійно, і це допомагає вистояти в складні моменти. Що вас рятує? Ну, ми бачимо, як всі українці об'єднались. Нас хотели разделить, да, получилось наоборот. Мы сейчас едины, как никогда. И я, вы знаете, горжусь тем, что я украинка, тем, что я в свое время поднимала наш флаг на мировой арене. И считаю, что сейчас каждый украинец должен выполнять свою роль, да, вот, в своей сфере. Я на данный момент запустила онлайн-тренировки, абсолютно, естественно, бесплатные, для детей, потому что вы не представляете, какое количество детей остались без занятия спортом. Поэтому мы сейчас тренируемся в онлайн-режиме, но все равно поддерживаем форму, потому что понимаем, что рано или поздно наши спортсмены должны с гордостью представлять нашу страну. Безперечно. Дуже дякую вам за те, що ви робите, Ганно. Ганна Різаддінова, художня гімнастка, чемпіонка світу і бронзова олімпійська чемпіонка, була з нами на зв'язку. Кожен докладається, як може, і підтримує нормальне життя країни в цих умовах, наскільки може, бо це дуже важливо. Ми теж на своєму інформаційному фронті робимо свою роботу і продовжуємо наш марафон.